это и есть реальная жизнь. Потому что животные существуют в природных условиях, хоть и территория ограничена, но никто их не контролирует, кроме их самих. Поэтому это и есть жизнь, которая показывает, что она может быть с интересными сюрпризами. И дружба вот такая между травоядным и хищником, она, да, существует, что подчеркивает о нарушении неких правил. А второй момент, что такая дружба тоже не факт, что будет долговечной. Потому что Амур уже ранил Тимура, и я говорил о том, что опасность сохраняется, и есть вероятность того, что он его съест, когда и по какой причине. Никто не знает, потому что точно так же никто не знает, когда и по какой причине он его не стал есть, принял решение не есть. Вот. Но сейчас их разлучили, потому что была серьезная травма, они уже оба таких национальных героя, бренда. Вот. Так что, мне кажется, второй раз рисковать Тимуром уже не надо. Козел – герой, тигр – дружелюбный. Подружились, побыли вместе, и надо их соединять все-таки с себе похожими. Вот и все.